Здорово. Ну что ж, ребятки, подъехал выпуск новый. Вы так его, наверное, ждали. Месяц я его не делал. Ну, к сожалению, необходимо было отъезжать к бабушке, потом туда, сюда, это, там, это. Ну и не с кем было записывать. Потому что подъехал новый выпуск, подъехал, готов к вашему просмотру, ребятки. Кому понравится, обязательно поставьте Лукас. Кто не подписан, подписывайтесь. И много узнаете нового. Все, поехали. А, еще, кстати, вы знали, что насвай содержит экскременты птиц и животных? Мерзко, не так ли? Перестаньте кидать это себе под губу. Погнали. Итак, ребята, первое, что мы будем тестить, это Боника и его стрелы. Якобы он может бить Синвиза. Да? Бред? Не бред. А знаете, что это делается? Смотрите. Мы заходим в инвиз, прокачиваем стрелы. И просто райт-кликом начинаем бить Синвиза. Баг? Фишка? Делать вывод вам. Однажды мне задали вопрос. Слушай, а почему иногда стан на Слардаре дает как будто эффект вроде застанил, но не застанил? Знаете, что все на самом деле очень просто? Посмотрите, давайте почитаем описание. Начнем с описания. Смотрите. Sam the Ground бьет по земле, станет и наносит урон enemy приземленным юнитам. Замедляет enemy юнитов на 20% в течение 2 секунд. В течение 2 секунд замедляет. И теперь смотрите, почитаем. 50 дэмэджа на первом левеле и 1.6 секунд стана. Плюс 2 секунды во время этого стана. Бред, тотальный бред. Вот просто смотрите, у нас стан на ласт левеле наносит 2.5 секунды оглушения. 200 дэмэджа, 2.5 секунды оглушения. И во время этого оглушения действует 2-секундное 20% замедление. То есть это самый бесполезный бонус в доте. Вы, то есть вы представляете? То есть давайте разберем, те, кто не поняли, о чем я. То есть мы даем стан. Вот просто в землю. 2.5 секунды все находятся в стане. Плюс во время того, как они в стане, они на 20% замедлены. Бред. Тотальный бред. То есть абсолютно бесполезный бонус. Но знаете, как можно им пользоваться? Смотрите. Прокачиваем стан на единичку. Допустим, у нас 6 уровень. Вот так вот делаем. Раскачка. 2, 1, 2, ульт. То есть, допустим, на 6 левеле у нас будет такая раскачка. Тогда будет профитно прокачать на раз, чтобы было замедление. Смотрите, то есть у нас получается стан на 1.5 секунды, плюс еще на 0.5 секунды идет замедление. То есть 2 секунды, в принципе, что так, мы имеем. Плюс у нас повышенный МС. То есть я лично качаю с Лардара именно вот так. То есть смотрите, с сапогом у меня будет МС. Считайте, на 6 левеле у меня 500 мувспида. То есть я очень отвратительный буду персонаж на линии, на роумах. То есть я лично так качаю Слардара. Итак, ну и главный же вопрос. Азиз, блин, ну слушай, ну а почему тогда он побежал? Его там что, не замедлил, не застанил? Что за бред? Ребят, дэмэдж наносится, но стан не нанесется в случае, если вы слишком далеко от персонажа, по которому хотите дать стан. Дело в том, что стан имеет намного меньше дистанцию, нежели замедление или урон. Урон, кстати, наносится здесь у нас от физического сопротивления. То есть, если у персонажа очень много армора, и, соответственно, второй спелл ничего не нанесет. Поэтому у Слардара, соответственно, ульт сносит армор. Чем меньше у противника армора, тем сильнее ударит. И теперь самое главное. Плюхнула водичка, эффект есть, как будто там влетел стан, но стан не прошел. Это значит, что просто повесилось замедление. Станом вы, к сожалению, не попали. Надеюсь, я ответил на вопрос. Итак, и по многочисленным заявкам все же мы бахнули мепа. Мепа, мипа, мипу, могучую кучку, или как вы там хотите его назвать. Короче, смотрите, вот для вас небольшая тема. Эстетический оргазм. Я тут. Ты тут уже? Давай, покажусь, покажусь. Ага, ты затарился, да, там по фулу? Да. Так, хорошо, ну начинаем прокачивать мипарей. Поехали, да? Качаю. Ты готов? Поехало. Стопэ, стопэ, стопэ. Слышь, я их не могу контролировать. Где настоящий? Так.
Второго прокачиваем. Let's go, let's go, baby, let's go. Три мало, конечно. Да, нормально. Оу, убирай, убирай ЕС. Слышишь? Ау. Наверное, одного шейка. Может, еще одного шейка? Не надо, не надо, не надо. Жесть, они спавнятся, конечно. Уф. Сейчас. У меня уже подлагивает. Это только три. Это три мепа. Это три мепа. Ну, хочешь их? Подожди. Но у меня, типа, я прокачать уже не могу. А, вот, могу еще. Вот смотри на это говно. Смотри на карту. Просто. Че, в принципе, мне кажется, ты можешь это даже бахнуть. Я жду. Давай. Готов? Давай. У меня повисло. Все. Я нажал с двух шейкеров букву С. Интересно, а развязка будет? О, звук слышал. Я не слышу. У меня звук прошел. Ой, у меня тоже. Ёп, ты что было? Что сейчас будет? Сейчас. Смотри. У меня ничего нет. Я тебе потом подсмотришь. Все, 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 тихо. Ох, ёпта, у меня все зеленое. Что происходит? У меня звуки. Слышь, хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Что это? Сейчас записываю. Аж залагал, короче. Чё за хуй? Охуи. Ничего себе. У меня два мепа тут стоит. О. Да. Слушай, ну я думаю, было понятно все. Одного шейкера не успели убить. Знаешь, сколько я убил мипа? Сколько? Посмотри на счет. Почти 400 штук. 400 штук почти. Ладно, понял, давай делай РМК, поехали на следующие фишки. Конечно, будет лагать, я 400 мипа одной кнопкой убил. БМ на Наруби плюс Карапас. Нанесется ли двойной дэмэдж? Мне кажется, нанесется двойной дэмэдж. Давай проверим. Очень... Так, смотри. Кажется, подожди-ка. Клиар написал. Все. Жми Карапас и Блейдмейл. Готово? Да, готов. Жми Карапас и Блейдмейл. Поехали. Да. Еще и фишка в том, что ты мне не наносишь дэмэдж. Ты отражаешь и в себя все. Подожди, у меня 1500 хп было. Так, подожди. Так. Подожди, сейчас я куплю себе Тараску. Тебе надо аганим, хотя да. Я с аганимом. Я Тараску куплю сейчас и приду, сделаем то же самое. Жми, Карапас, БМ. Готов? Да, готов, поехали. 730 хп осталось. Да, идет двойной урон. Вот тебе 1900. Да, наносится двойной дэмэдж. Че, затестили, поехали дальше. В куполе Войда ветра не прекращаются, пока купол не кончится. Проверь, по-моему, это так. Да, это так. Ну, вот я сейчас кину, допустим, на себя Юл. И ты поставишь купол. Но не сейчас. Ты поставишь купол, и Юл будет, ну, типа, идти, он останавливает время. Ставь. Так, ну вот смотри. Понимаешь? Типа я... Продолжаю. Типа, да, продолжается Юл, и типа это... Ну, такая фишечка, это да? Это круто! Это круто, да. То есть это получается такой сейф, если ты видишь Войда и типа знаешь, что он сейчас в тебя будет ультовать. Такой, о нет, даешь Юла, Войд дурачок ставит купол случайно. Ой, и ты дебил, да. И Войд ливает просто. Можно ли блинкануться даггером из-под купола, выходя из астрала? Или шифта пака и т.д.? Выходя из астрала или... Шифта пак. Так, смотри, короче. Давай первый тест. Я просто даю shift. Ты ультуешь на меня, и я выхожу с купола даггером. Поехали? Да. Давай. Изи. Да. Офигеть. Нифига, я себе честно не знал. Давай еще раз. Я не знал. Ставлю. Ну да, даже эффект остается.
Но теперь давай протестим другое. По идее, ну, типа, вот я сейчас, смотри, я кину орбу, зайду shift, и ты сразу кидаешь хрону. То есть смогу ли я на орбе улететь, а не на даггере, правильно? А, давай. Давай. На орбе я не могу улететь. Давай еще раз на орбе проверим. Так, кидаю орбу. Давай. Нет, я нажимаю, но не работает. Окей. Давай еще раз на даггере. Окей, шифтую. Войд ставит купол. Я выхожу из купола. Потому что это идет мгновенный каст. Это идет мгновенный каст. Просто мгновеннейший. Нет, то есть там вообще каста нет. Да, и... то есть получается с даггера каста вообще нет. А с орбы я получается какое-то время еще. То есть давай просто подожди, вот смотри. Кидаю орбу. Пак, ты видел? Пак на... То есть да, он дольше по он времени. Выходит... Нет, фишка в том, что он выходит с астрала, а потом уже кастует блин. А тут ты даже не выходишь, ты уже там появляешься. Смотри, давай, shift и... Ну чуть-чуть там даже... То есть время вылезания из шифта с даггером намного меньше, нежели с чем с орбы. Вот это будет правильно. Ну, это затестили. Поехали дальше. Ну. Так, смотри. Говорят, что типа в куполе может ходить Air Spirit, если... По идее, если мы туда закатимся. Проверяем. Сейчас я звук уберу, мне так выйти не кричит. Давай. Так, ну... Просто тупо ставишь купол перед собой, и я туда закатываюсь. Правильно? Готовый? Да, готов. Поехали пробовать. Ну, я... Немножко... Я просто... Я выкатился оттуда. Это прикольно. То есть это считается, типа, как шторм пролетел. Типа, давай еще раз. Я просто закачусь туда сейчас. Просто тупо закачусь без камня. Он, видишь, медленно. Он застревает все равно. То есть он не может ходить. Давай еще раз. А если я в тебя врежусь? Нет, видишь? Ладно, но это затестили. Что получается, ходить я в хроне никак не могу. Поставишь еще раз? Да. Let's go. У меня Warcraft вылетел. Короче, в чем фишка? Задался вопрос, что будет, если трал глимпсанет Найкса, а Найкс залезет в крипа, вернется ли он обратно? Понял? А если он с крипом вернется? Нет, вряд ли. Смотри, короче, я побежал. Кидай на меня глимпс. Слышь, кидай глимпс. Трал унюхал жопу вонючего. Будет. Давай. Готов? Я-то готов. Юзай. Нет. Нет, все. Не вернулся. Давай еще раз. Все, кидай. Ты бы сейчас видел, что у меня произошло. Так, подожди, я не могу вылезти из крипа. Так, стоп, подожди, успокойся, хватит. Спас. Подожди, давай еще раз. Подходи сюда, на этот кэмп. На, ты хочешь. Так, подходи, чтобы ты меня видел. Давай, кидай глимпс. У меня, короче, монитор возвращается, а Найкс не возвращается. Я могу вылезть. Ну, а это то, что я обещал добавить от себя. Допустим, смотри, как это будет выглядеть. Вот стой, вот тут, чтобы ты меня видел. Стой, чтобы ты меня видел. То есть, давай разыграем момент. Типа, начинается... Игровой процесс, начинается драка. Смотри, я типа прыгаю. Такой, знаешь, прыгаю. Давай, глимпс. Дерьмо. Случается. То есть, просто... неоднократно в топ-ТБшках была такая проблема, когда трал четко давал глимпс и панди блочил ультимейт. Давай еще раз попробуем. Давай. Хорошо сыграно. Короче, прыгаю. И сразу там глимпс нажимай. Я типа такой варды ставлю такой. О, дерьмо случается, да? Да, то есть понимаете, вот об этом я как бы говорил. Эта фишка, пользуйтесь прекрасно. Поехали дальше. Смотри, нажимаешь на меня Юл, и я на тебя Юл нажимаю, и мы просто друг на друга идем. Кто быстрее кинет, кто первее кинет.
Ты готов? Видишь меня? Поехали. А почему я быстрее кинул? Ну еще раз давай. Готов? Поехали. А сейчас я быстрее, ты быстрее. И я кидаю. Получается, после этого я накидываю. Еще раз давай. Поехали. Сейчас я первый кинул, а потом ты кидаешь. Прикольно. Давай, кидай крест. Сейчас. Блин, и на счет раз, два, три, на счет три прям возвращаешь. Давай. Кидай. Раз, два, три. Еще раз. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Походу нельзя. Еще раз давай. Раз, два, три. Не. А он понял, короче, возвращает из того же места, куда ты вернул, он продолжает форсоваться. Давай еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, оно, короче, возвращает. И с этого же места продолжает форсовать. Да. Сколько осталось расстояния, ты его проезжаешь. Да. Ладно, поехали дальше. Так, смотрите. В общем. Собьется ли смоук? Собьется ли с юзанием ПТшки или с юзанием армлета? С юзанием армлета, я думаю, не должно сбиваться. Со смоуком собьется. Давайте еще прикупим лотар. И будем проверять. Ладно, побежали. Нажимаем лотар. Сбивается. Сейчас попробуем завязать смоук. Юзаем смоук. Сбивается. Юзанем ПТшку. Стой там, чтоб на вижене был. Так, юзанем ПТшечку. Собьется тоже. На 1000000% уверен. Нажимаем. Бинт. Сбивается. И армлет. Армлет, я более чем уверен, что он не собьется. Просто мы будем бежать и нажимать армлет. Я вот, ну, я лично я так думаю. Вот, ну, просто ставочки. Побежали. Нет, сбивается тоже. Главное при ТП не сбивается. То есть, если ТПшимся, вот я включил, выключил. Я включаю, выключаю, не сбивается. А, при чарже сбивается. То есть, ни смоук, ни ПТ, ни лотар. Ничего, к сожалению, нельзя юзать во время того, как ты бежишь. Это мы затестили. Все, хорош. Убирай героев. Чтоб короче, взорвался. Есть приколюха, что вот этот засланец, вот этот, это еще баянистая фишка, еще с тех сезонов, когда еще в доту не умели толком играть. Короче, может быть такой прикол. Лола, почему она умерла? Пофиксили? Можно было помнишь? А я думал, она еще эта тема работает. Конечно, помню. Помнишь, как курьером дефьюзили мины? Постоянно, да. А, видимо, что-то сейчас поменяли. Вот. А это сейчас поменяли. Это сейчас не работает. Поехали дальше. Так, смотри. Говорят, если ты кинешь рипера, я смогу мантой, типа, да, заэвейдить. Типа, ну, кидай рипер. Подожди, что? Нет. Это так не работает. Нажимаешь постоянно по КД, нажимаешь. Я бинт нажимал и кнопку. Нет, к сожалению, нет. Итак, ну а касаемо вот этого вопроса, ребят, кто медленно читает, останавливайте видео, читайте, понимайте и смотрите. И внимательно слушайте то, что я вам пытаюсь объяснить и рассказать. И очень быстро и хорошо соображайте и запоминайте. В чем прикол сей фишки? Как работает механика отменения скиллов? Короче, Миля, ты видишь меня? Да. Я к тебе побегу, попытаюсь повесить на тебя крест. Каст рейндж у меня очень маленький. И, короче, ты тупо мне кинешь астрал. Я буду за тобой бежать, пока я не отменю своим персонажем кнопкой H или S. Он будет идти за тобой, то есть, что бы я ни нажимал вообще. Пробуем. Готов? Да. Давай, нажимай кидать. Все, уходи теперь. Уходи. Это не... Я ничего не могу сделать, у меня герой бежит за тобой.
Пока не кинет крест. Еще раз давай. Я хочу показать, как избавиться от этого. Я сейчас покажу. Смотри. Давай, кидай на меня астрал. Убегай. Смотрите, просто. Убегай, просто. Куда? Подальше убегай. Я бегу. Ой. Мой персонаж хочет на тебя кинуть какой-либо спелл. Бежит. Но ты успеваешь каким-то хреном кинуть астрал первее. И у меня персонаж перестает слушаться. Что бы я ни делал, начинает бежать с тобой. Понимаешь, да? Да. Да, как это отменить? То есть это на самом деле механика игры такая. Ну, давай покажем примерно. Что за хрень сейчас? Вот сейчас походу будет, да, потому что в каст. И персонаж должен бежать. Да, все, персонаж бежит, убегай. Убегай просто. У меня персонаж бежит, я ничего не могу сделать. Как вот это вот лечить? Это лечится двумя способами. Или же мы нажимаем на S, или же мы нажимаем на H. В данном случае, вот как сейчас, прошло время. Прошло время. И, соответственно, персонаж отстал от enemy героя. Поехали. Сейчас, нет, не успел. В каст надо дать. А, не, бежит. Слышишь, бежит. Короче, смотри, нажимаю H, это все отменяется. Все. То есть эта тема, если у тебя герой вот так начинает бежать, не слушается, это не баг. Ни в коем случае. Это просто механика доты, и это нужно лечить только нажатием на клавишу S или на H. Тогда персонаж перестает бежать. Либо же ждать, если ты дурачок и не знаешь, где у тебя S и H, ждать, пока у тебя персонаж не убежит куда-нибудь под колодец и не умрет. Вот такая вот тема. Кидай на него рипера тупо. Я заблочу этот рипер. Кидай. Давай, кидай. Рипер блочится. А это не блочится. Да, херстопер не блочится. Херстопер имеет дэмэдж. Он имеет такой же дэмэдж, как и Раптура Сикера. То есть это дэмэдж не направленный никакой. То есть под этим дэмэджем можно хилиться. То есть это третий или четвертый тип дэмэджа. В доте же существует несколько типов. Типа физический, магический, смешанный. И вот этот тип дэмэджа, под которым можно хилиться, но и также можно умирать. Ну вот как сейчас в данной ситуации и произошло. Тиник может откинуть Джаггера, когда он, ну, ультует на тебя. И мы просто берем, откидываем тосом. Ультуешь? Ага. Давай. Я просто выкинул тебя с ультимейтом. Кидайся. Блин, ну... Выглядит прикольно, конечно. Еще раз давай. Сам вышел. Подожди. А, все. Найс. Откинул. То есть это прикольно. Это такой контроль. Еще раз. Еще, знаешь, что можно сделать? Да хорош. Все, да хватит. А вот на месте я не могу тебя откинуть. Так, подожди. Все, остановись. Еще, знаешь, что можно сделать с тобой, когда ты ультуешь? Есть такой вариант, что можно не попасть под Джаггера, но можно тиммейту, например, так подосрать. Можно enemy так подосрать. То есть, ну... То есть такая двоякая фишка тоже имеет место быть. Теперь смотри. Короче, Фениксом можно передвигаться в куполе, по идее. Когда он под Сандреем находится, Феникс. Ставь купол, я поехал. А, нет. Смотри. Но... А лазером ты можешь? Лазер я нажал. Но он крутится, лазер, потому что я туда крайний раз нажал. То есть он в последнюю секунду он считывает, то есть и делает то, что я ему сказал делать. Еще одну покажу фишку. Как фениксом быстро передвигаться во время того, как у тебя включен луч. Нам нужны для этого птички. И просто нажимаем на карту. И феникс у нас бежит максимально быстро. Передвигается во время Санрея. Это одна из фишек. Ладно, это не будет относиться к тому, что мы сейчас тестим, но это к сведению. Смотри. Кидает себя в юг. Я, короче, буду под Санреем. Миля.
И ты кинешь на меня Юл. То есть я в Юле буду передвигаться. Понял? Готов? Еще раз объясни, я на Юле был, я не слышал. Витургане было. Поехали. Короче, я в Санрей, кидай на меня Юл. Дебил. Подожди, подожди. Это помнишь, слышишь, знаешь, откуда музычку какую поставить можешь? Понял? Там нет, Шутинг Старс, типа, я понимаю. Поехали. Обоссы меня. Подожди, смотри, теперь это будет еще быстрее. Кидай. Подожди, сейчас. Закончится. Сейчас. Кидай. А, нет, сбивается. Fast speed вот это сбивается. Кидай крест. Я побежал в крип, а я залази в крип, и возвращаешь. Не возвращает. Просто метка исчезает. Метка просто исчезает. То есть, нельзя так Найкс вернуть, ребят, нельзя. Куда ты полетел? Подожди, куда ты нажимал ультимейт? На нижний Т1. Лол. Еще раз давай. Подожди. Нейтралс. Есть. Ультай куда-нибудь. Слушай, я хочу это видеть от своего лица. Это жесть, как бредово. Это очень бредово выглядит. Еще раз давай. Подожди. Ой, совсем раз. А все равно вернула. У меня персонаж через всю карту летит. Прикольно. У меня пишет точка. Ой, красным цветом промах. Когда я тоз кидаю, ты исчезаешь, у меня пишет промах. Прикольно. Хорошо. Это затестили. Вот когда ты в фисте, говорят, можно типа РП дать, то есть, ну, тебя застанет. Пробуем? Давай. Кастуй фист. Не работает. Угу. Не ловит. Нет. Просто смотри, не ловит. Я даю в фистах ульт, ну, оставляю клона. Я когда выхожу из же, когда физ заканчивается, клон вылетает оттуда, вот с точки. Смотри, вот сейчас, смотри, вот, допустим, я отсюда фисты даю. Ага. И оттуда, смотри, откуда, где ты фисты бил, оттуда вылетает ультимейт. Понимаю. Да. То есть, прикольная фишка в теме того, как мы тестим другое. Это прикольно. Это дель прикольно. Поехали дальше. Крипа вытянул. Ну это реально работает. Да? Давай, поехали. 3, 2, 1. Я тебя не вижу. О. Да, хук, вот он вылетает. Он прям между крипов. Между твоих героев появляется. Раз, да. 2, 3. Ксин такой прилетел. Хорошо. Свапай, пуджа. Рубят деревья, да, то есть, ну смотри, свапом можно срубить деревья, но это как во второй доте, но во второй доте это работает немного по-другому. Во второй доте просто, когда ты через них пролетаешь, рубятся деревья, а тут именно нужно быть рядом с деревом, то есть тиммейт или enemy, то есть, допустим, если у Венги есть аганим, да и вообще, просто чел подходит к дереву, зная, что там где-то руф, рубит эти деревья, и вполне возможно, что руфа смогут так вытащить. Из инвиза. От рипера можно засейвить тускаром, как говорят, правильно? Ты в руфа, короче, ультуешь. Я сейвлю его. Ультуешь. Ультуешь в руфа? Да не, он и так нормально. Ультуй. Руф живой. Это работает. На тебя несколько. Все работает. То есть так рили можно засейвить, но 85-й будет попроще сейвить. Крипа в рипер берет. И тебя. Слышишь? А что, если у тебя будет лоу хп, я тебе кидаю ульт, и ты рефреш прописываешь?
Ничего, я живой останусь. А, тебя, да, считывается же конечное число дэмэджа. Да. Нажимаю. Неплохо. И все. И сбивает ульт. Еще раз попробуем. Да. Ультуешь? Ну скажешь. Нажал. Да, это прикольно. Мне еще дальше работает. Если я успеваю нажать, то я просыпаюсь. И мне просто пофиг на сон. Это прикольно. Это прикольно. Это прикольная фишка. Это мне нравится. Поехали дальше. Так. Сейчас затестим, сколько за 50 дуэлей можно апнуть. Выводи. Тай духа жирный. Угу. Слышишь? Да. Дуэль заново начал набираться урон. Сейчас я посмотрю, до какого дэмэджа набирается и все. Двести тридцать. Дерьмо, конечно. 300. Триста восемьдесят. 400. 417. 435. 450. 470. 400. Так, сек. 450. 460, 480, 505. Все, 505 и обнуляется. Слышишь? Да. То есть, ты прикидываешь какой-то бред? То есть, если ты играешь, долго игра, ты раз, у тебя весь урон падает. Да. Это же бред. Тотальный. Дерьмо. Ультуй. Еще раз. Кастуй. Нет. Это не работает. Так, не знаю, с чего они взяли. А, теперь просто ультани на меня. Без дастов. Сбросил ультимейт. Ультуй с дастами. Я ушел в инвиз. В ульту. Но ты все равно продолжаешь меня бить. Еще раз давай. С дастами. А ну-ка. И подожди, стой, после этого не уходи. Я могу буду тебя бить? Просто бить? А нет. Нет. То есть в ультимейте ты... То есть прикольно, все равно дастами, ну, как бы контрится Сларк. Да. Если Джаггер на него ультует, это реально прикольная фишка. То есть это нужно запоминать и пользоваться. Абузит. Да, абузит. Ставишь? Да. Далеко ты укатишься? Давай, пробуем. В конец купола укатывается. Прикольно. Прикольно. Непонятненько. Нет, он так не притягивается. Плохо. Нажимай Glimpse. Возвращает экран, но не возвращает Феникса. Так же, как и с Найксом фишка. Такая же абсолютно. Возвращаешь? Mm-hmm. Возвращай. Где ты, ёпки? Вижу на ней. Да, возвращает просто монитор, но не возвращает персонажа. Прикольно. Сейчас ворую купол. А ты не можешь, да, бегать быстро? Почему? Быстро нет, но бегать могу. Бегать, да. То есть ульта не на меня. Я заморожусь просто. Да. Но ты можешь бегать быстро. То есть это работает вообще, если честно, непонятно. А если я ставлю на тебя, тупо я могу попробовать от тебя атаку убежать в этом куполе и все. То есть больше я ничего не могу сделать.
Ну да. Прикольно. Ебанутый Рубик бешеный. Типа такой, о, черт, а на Войда-то не работает купол. Но если ты в куполе ултанешь, то все. Я ничего не могу сделать уже. Вот так вот. Вот так вот. Ультуй Юриком на меня. Вот, клокверк. А ты улетишь? Да, я форстафом. Еще раз сделай, чтобы было просто видно. Просто форстафом ушел? Да, я форстафом ухожу тупо. Иди. Теперь еще раз ультуй. Еще раз. Мне нужно уйти в туман войны. Ты видишь, ты перемещаешься удачно просто. Да. А давай, смотри, подожди. Slow ground на high ground. У меня постоянно вижен. Ну, есть такая тема, что он сбивается, когда вижен пропадает. Еще раз давай. Козе, у меня постоянно обзор. Он больше, чем обычно, когда я... А ну, еще раз. Я подсвечиваю. Может, это пофиксили просто? Не знаю. Я меня постоянно вижен, когда я вижу. Блин, я помню такую тему. У меня так бывало, что у меня ультимейт сбивался из-за вижена. Да я вижу тебя постоянно. Ладно, ультуй. О нет, а мы успели ульт нажать. И улетели от Войда. Вот так вот. Вот так вот. Да, на базе! Я на базе дэмэдж получил, да. А у меня взрыв был такой, в твой телепорт. Вообще улетела пуля туда. И взрыв такой... Да, на базу летит за мной, слышишь? Меня на базе дамажит. То есть я уже улетел, и он дамажит на базе. Да, дамажит. Дамажит. То есть меня уже там нету, но все равно меня дамажит. Прикольно. Мартретка с промахом прокачанным, да? Да. Прокачанный промах, у нее все сейчас включено, верно? Ультимейт на юзаю просто так. Промах. Хорошо. Теперь подойди, даю хекс на нее. И ультую. Сейчас еще раз давай. Рефреш напиши, пожалуйста. Ну. Не промахивайся. Один раз промахнулся без хекса, а еще раз покажу. А что, в хексе все дебафи? Не работают пассивки. В хексах не работают пассивки. Сделаю реплику и ультани на нее. Ультани на реплику. Прикольно, да? То есть репликейт, но у меня нету мувспида. Да. Но реплики как бы все равно. Да. Так. Давай сначала проверим сикера ульт. Кидай на меня, на клока. Я побежал. Хилюсь. Я хилюсь под ультом. То есть это тот самый тип дэмэджа, как и некро второй. Хердстоппер. Некролайт. Теперь щит ДСа. На ДСа и беги за мной. Подожди, сейчас. Тоже хилюсь. Тоже такой же тип дэмэджа. Как бы, ну, в четверочку ж, верно у тебя щит? Да. Хорошо, отводи ДС. У Пуджа третий левел рта, правильно? Да. Гноя. Давай. Хилюсь. Под третьим левелом. Прокачивай на четвертый левел. Врубай рот. Только не бей. А сейчас, смотри, сбивается почему-то. Я не могу хилиться. Вот под пуджом я не могу хилиться. Под четвертым левелом рта. Ты, когда, ты его переюзал, и то есть я не могу хилиться больше. То есть на пудже это типа не работает, что можно хилиться.
Давай. Хорошо, давай попробуем. Типа, можно, говорят, заваншотить давай. Самому соло. Давай, ударь меня. Это смешно. Типа, ты клоаки понапокупал, а ну выкини. Рефреш пиши. Давай, мальчик, прыгай. Сейчас Дискорд пропадет. Все, это новая фишка была бы, если бы была Дискорд. Ой, так, видишь, так больнее, да, так больнее, но не ваншотит. А приведи какого-нибудь другого персонажа, более, менее резистинского. Менее резистского. Я знаю самого плотного персонажа в доте. Салам алейкум! Почти убивает, почти. Это еще не считая того, что ты мне дамажишь диссетил. Этериал. А ну давай, слышишь, как попробуем сейчас. Вот Дискорд висит, я попробую, блин, а как? Сейчас, через shift попробую. Я сразу FRS пишу. Я попробую через shift. Нет. А Ethereal да не тупи, раньше кидается. Ты кидай мне Ethereal, я сразу рефреш, и ты кидаешь. Все, понял. Давай. Да. Ну. Ой, у меня не тот герой выделился. Я нажал, как обычно, по привычке единичку. Давай еще раз. Давай. Не, не убивает. Не, все равно. Нет, еще так не работает. Ну, на этом все, закончили, все протестили. Ну, на этом я ливаю скатки. И я выигрываю. Все, от души.